Всем здорово, бродяги, с вами Бодяга. Короче, сейчас вообще, ну вот просто вот захожу в подписки, да? Вот честно, в подписки. И здесь выкладывает видео только Юлик, Just Fun, Многонотка, Музыкальный Беспредел мы уже сегодня посмотрели и тому подобное. Сегодня вообще никто из музыкальных каналов ничего не выкладывает, меня это напрягает. Я, короче, решил посмотреть у Мустрендов 100 самых лучших песен «Попробуй не подпевать» челлендж, который он выпускал 19 июля. Господи, ребята, вы выпускаете почаще, вы знаете, я 6 роликов в день делаю, мне контент нужен, пожалуйста. Как бы это странно не звучало, да. Короче, мне надо обзоры делать на что-то, понимаете? Понимаете? Короче, мои умникосы, что я от вас попрошу только сделать, это поставить лайк, поставить комментарий, оставить комментарий, не поставить. Поставить можно меня на бутылку, а оставить нужно комментарий. И самое главное, это колокольчик и подписка, все, что я от вас прошу. Да, кстати, я думаю, то, что я начну сегодня... Точнее, с этой недели уже добавлять людей, кто активен ВКонтакте. Кто еще не знает, те, кто на меня подписан в ВК и репостит все записи в течение недели, которые я выкладываю. И лайкают все записи. И комментируют все записи, я добавляю в друзья. Из-за того, что у меня на данный момент... сейчас скажу, подождите. Из-за того, что у меня на данный момент 168 друзей, это означает только одно. Из-за того, что вы ничего не лайкаете и ничего не репостите. Короче, погнали. Погнали. Я не пошел. Да, кстати, я сейчас, наверное, буду... А, кстати, я ее добавил только вчера, прикиньте. Слушайте, вам не громко? Вам не громко? Я потише сделаю чуть-чуть. Или нет? Нет, нет, давайте громче. Вот так нормально. Спонсор данного ролика. Какой ты быстрый, а. Так, стоп, где там шестая песня? Вот она. На вопрос. Давай, давай. На данный момент я подумал, что это голос Ти Феста. О, спасите меня, я. Что там? Я юморист. Пошутил не так, и ты попал. Ты хотела ночь, а не день. Да блин, мне подпеть хочется. Хотела... До встречи на танцполе, там алкоголь. Я все еще удивляюсь, но почему просмотров всегда больше на «Не подпевай» челлендж? Потому что я молчу здесь, я это знаю. Напишите, я прав? Мне кажется, я прав. Во мне тоже там дырка, если че. Только ее зашивать не надо. Она продаст душу за ключи от Панамера. Просто так, просто так. Все, я проиграл один раз, еще две попытки у меня. Бог любит троицу. Тебе позволить идти цвету, а теперь весь мир лежит. Моя новелла, музыка. Кстати, у этого чувака очень офигенная внешность, он очень брутально выглядит. Офигеть, он просто вот чувак, вот этот, который я человек, он брутальный. Он реально очень брутальный, прям пипец. Я, короче, у меня же сейчас, вот видите мои корни? У меня, когда мои корни уже отрастут нормально, я больше не буду краситься, мне уже надоело. У меня тому, что волосы как шваб. Да, мне и есть уже швабры. Ой, жестко. Красиво, красивые песни. Потому что ты не можешь ее уломать на постель, дурак. Вот у него тоже очень брутальная внешность у Лизера. Вообще. Надо также отрастить волосы. Заставляет жить меня это. Каждый сантиметр твоего тела станет километром. Мальчик, смерть уже близко, но что будет дальше? Мыслящий газу, я задохнусь без твоей. Проблемы накрывают нас всех, затем мы ищем выход. Я хочу твой друг, молодая принцесса, не увлекайся процессом. Ты моё реки, untouchable, без тебя тут как я был. Вот эта песня, надо ее добавить. Рейки Антачибл. Я подпел после того, как он это. А тут надо подпевать под песню, поэтому я не проиграл вторую попытку. Блин, какие хорошие песни.
глубоко в мои глаза. Вижу, что мне дали эти ваши деньги. Быстрее стало разлагаться. Ну, хорошая, хорошая пародия. Быть с тобой беда, слышишь, диги-диги. Нет, нет, нет. Нет. Я приберегу свои две попытки на хорошие песни. Вы уже знаете, на кого я первую попытку солил. Я уверен. Крутые песни, правда. Нет, нет, я перемотаю. Вот, вот здесь я могу оставить, но вот это я не хочу слушать. Задолбала эта тёлочка на заднем сиденье. Свали! Господи, я тебя сейчас бумагой кину! Мне монитор жалко, но я бы кинул. Я объясняю, бумагу у меня не здесь из-за того, что я болею, у меня сопли все время идут. А не из-за того, что вы подумали. Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь. Сейчас я поеду. Хорошая песня, хорошая. Блин, да я не могу заговорить даже. Они мне не дают. Короче, ребят, я отвечаю, то, что вы уже слились где-то. Ну давайте признавайтесь. Я не поверю. Вот я не поверю, что кто-то из вас вообще ни разу не подпел. Не поверю. Ладно, шучу, я вам доверяю. Если вы кто-то не слился, то я верю. Если кто-то слился, то напишите, чтобы я посмотрел в комментах. Иди сюда, я тебя поцелую. Мама говорит, что нам не по пути, когда слышишь. Все, что я хочу сказать. Сгинь! Нет, подождите, вот Тифеста нельзя. Если вы начнете спрашивать, почему я пропускаю вот эти две песни, там я уже объяснил причину, здесь задолбало постоянно. Одно и то же. Я так устал это слушать. Куда я не пойду? Да даже бомжи за переулком врубают ее. Мы крутим целый день, и мы летаем всю ночь. Лютую жару. Ловим на лету, дело доведу. Хорошая. Все мы на виду. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. Я сижу, курю, а ты. Я теперь один. Выдыхаю ты, мама дома не жди. Пропадай, твой сын. Блин, как хорошо, когда подпеваешь, господи. Но я не на нее, не ее хотел подпеть. Кто сказал, что любить друзья мне? Несмотря на милое личко, алкоголичка. Алко... Вот здесь. Бог не дурак, любит пятак. Сейчас я третий раз подпою, и у меня останется две попытки. Оцепила меня, ослепила меня, до порога это... давила. Лена, Вика, Вероника. Чика-чика. Он специально это сделал. Он специально... Я знал. Три моих любимые песни у него. Это твой звук, после которых я тебе не доверю. Ты поздно поняла, что я с тобой. С тобой не могу быть собой. Е-бой. Это девочка дурма. Так, у меня осталось, если что, последняя попытка, вы заметили. Буду пьян, я с тобой узнал, куда ты. Мы пели ты, мы пели. Твое тело просто пушка, ай-яй-яй. Оу, никому себя сегодня не отдаст. Господи, у меня здесь перья летят за окном. Чё за бред, там чё, съели что ли кого-то? Королева танцпола, виски. В этой квартире, на восьмом этаже. Кстати, хочу вас удивить. Вчера я просыпаюсь, смотрю за окно. И знаете, что там? Там кастрюля с пельменями лежит. Кастрюля на улице с пельменями в саду, да. Лети, 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 лети наверх. Не тронь ты губы. Демон в голове не дает покоя.
настроение черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Вау! Мама, я влюблена в мудака. Надоело, надоела эта песня тоже. Глупый молодой на мели. Все, больше не поем. Шантаж. 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 Мама не в курсе, что мы с тобой на тусе. Белые ночи запомнят нас. А должна быть песня как прожить. Заберу имя. У меня в дворе ходит девочка с каре. Она любит мефедрон, она любит мефедрон. Ауу, кабинетца двору. Ауу. Твои слова водится, так не годится. Ты взорвем, как это было год назад на дискотеке все девчонки. Господи, а ведь эта песня реально офигенная. И вот представьте, нам будет с вами лет по 20, и мы будем так же сидеть, вот сядем, и вот так. Вот так сядем в 20, да, в 20 как раз лет, и такие. Давай взорвем, как это было год назад на дискотеке все девчонки. Остаться. Блин, почему я зеваю в этот момент? Я хочу тебя везде целовать, люблю. Нам так нужен кислород. С тобой так мало знакомы, но ты мне нравишься так, той малолетней. А вот этот бизнес мне вообще не вкатывает. Хочу пить вино. Так, переборщил, я выше взял. Хочу пить вино. Вино, вино. Я реально мудак. Хочу пить вино. Поймал. Все, все, ЛЖ пошел, ну давай. Погнали вместе. Открываю свой телефон, нем звонков не твои давно. Абонент этот не алло. Тебя на 360. Все остальные на проводе друзья. Я мусор, как тебе туса. Я просто прививаю. Мне акваланг нужен, бейб. Минуты с тобой это погружение. Чертовы рай, бейб. Ни разу не слышал эту песню, вообще, даже чуть-чуть. Только вот в челленджах. Сайонара, детка, это сайонара, бой. Baby, tell me how let's... Ой, зама, кисточка. Я смотрю в тебя, как в зеркало. Я жму на зеленый, а я жму на красный. Город подвластный. Вместо полника, пару водников, пару. Не могу это слушать, не нравится. Напиши в комментарии название песни. Да слился я, Мустренда, слился, как говнюк. Короче, что я могу сказать? Вы тоже слились, вы слились, каждый из вас слился, я уверен. Из 100 песен человек так, не знаю, 10% только, наверное, выжило, потому что это трудно было. Если вы сидели с каменным лицом, это не считается. Нужно терпеть. А когда вы там, допустим, сидите, едите и не вдумываетесь в сам челлендж, не вслушиваетесь песни, то это не считается. Надо сесть и реально полностью проникнуться песней. И тогда вам будет трудно не подпевать ее. Поэтому я слился спокойно, я раз 9, наверное, подпел. Поэтому, что я могу сказать? Вы сейчас почитаете, сколько я слился, если вам не лень, конечно. Ну, кому не лень, тот почитает. Я лайкну сразу. Вот. Спасибо огромное, спасибо большое, что досмотрели до этого момента. Мне приятно, спасибо. Серьезно, вот тебе, чувак или чувиха, спасибо большое. Я тебя в попку поцелую, если увижу когда-нибудь. Но если я тебя на улице увижу, я шучу, я, конечно, не поцелую. Вот, поэтому спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Мне очень приятно. Поэтому с тебя лайк, с тебя подписка, с тебя колокольчик и с тебя комментарий. Спасибо большое. До новых видео, друган. И другиха. Пока.